Если вы начнете заниматься по отдельности и дадите базовые знания своим собакам, то когда вы будете встречаться даже на таком расстоянии, вам будет легче. Сейчас было сложнее, но так или иначе у нас получилось с этими собаками, потому что мы увеличили расстояние. Обязательно дрессируйте своих собак по принципу от простого к сложному. Если не получается положить, не нужно заставлять. Увеличьте расстояние, уйдите дальше, и там уже будет получаться. Если здесь отвлекается и не смотрит на вас, не смотрит вам в глаза, когда вы руку поднимаете, не смотрит на руку, в которой есть колбаса, и на что-то отвлекается, создайте такую ситуацию, чтобы собака ни на что не отвлекалась. В первую очередь, когда вы начинаете тренировку, ситуация должна быть с минимальным количеством отвлекающих факторов. В первую очередь. Во вторую очередь, вы должны замотивировать собаку. Мотивация должна быть настолько сильная, что собака должна быть попрошайкой. Она должна у вас бегать и выпрашивать. Вот когда я сейчас бегал от собаки, я не показывал паузу. Не было паузы в эмоциях. Не было паузы, что я не обращал внимания на собаку и полез в карман. Если я даже полез в карман за куском, я продолжал двигаться от собаки и продолжал хвалить, говорить: «Супер, собака, молодец!», а сам полез в карман и уже достал очередной кусок. Если я замолчал, смотрю в сторону, лезу в карман, собака уже ушла, я ей уже не интересен. Собака начинает нюхать землю, либо пойдет веточки какие-то собирать, грызть и так далее. Если вы хотите тренировать собаку, то нужно выходить и с ней общаться, нужно выходить ее чем-то занимать. Либо сама собака находит себе занятие, и когда собака чем-то занимается и не с вами, поверьте мне, вам это не будет нравиться. Почему? Потому что собака пойдет метить где-то, искать запахи, либо будет с веточками играть. С различными. Веточки могут привести к тому, что может быть заноза в десно, либо в трахею может в дыхательные пути попасть какие-то щепки. Собака играет сама с собой, а не с вами. Это нежелательно. Нужно, чтобы играла собака с вами, но не с вашими руками. Собака должна играть с игрушкой. Это приучение к тактильному контакту, когда с одной руки предлагаете лакомство, другой рукой вы оглаживаете в движении. Трогаете за лапки собаку, за передние, за задние. За ушко потрогали и дали лакомство. Вы с собакой общаетесь через еду. Собака не отвлекается на то, что вы ее где-то трогаете, потому что в этот момент нужно есть что-то вкусненькое. И собака начинает вам доверять. Независимо от того, где вы к ней прикоснетесь, собака доверяет вам настолько, что вы становитесь для собаки предсказуемы. Если вы собаку приходите и наказываете, либо ругаете, то вы становитесь для собаки непредсказуемы. Собака не будет вам доверять, будет постоянно перепроверять, где и что, зачем вы меня там трогаете. Вдруг что-то случится, будет настораживаться, не будет поворачиваться к вам задом и так далее. Ходите всегда от собаки, выходите гулять с собакой, привлекайте собаку ходить за вами, как я вам и показывал. Успокаивайте собаку, переходите то с активного какого-нибудь упражнения в более спокойно, когда собаку успокаиваем. Есть позиции сидя, лежа, стоя на вашей собаке показал. Команду накладывайте, когда собака демонстрирует в ответ на предложение ей лакомства какое-то поведение. Собака демонстрирует поведение и начинает повторять это сразу же и быстро. Вы обзываете эту команду каким-либо словом. Идет рядом с вами и не тянет, вы говорите: «Со мной», или «Вместе», или «Рядом», «Держи кусок». Убегаешь, тянешь, говорим: «Сюда, сюда, сюда». Собака идет за вами, идет с вами, мы говорим: «Супер, держи». На, еще молодец. Собака идет с левой стороны, поводок провисший, и слышит слово «Рядом». Молодец, умница, кусочек, кусочек. И в дальнейшем вы идете уже длительнее, расстояние ваше уже больше, собака не тянет, остановились, посадили,
И изо дня в день по 20-30 минут собака становится управляемая вами, дрессированная. В дальнейшем вы ее просто только поддерживаете и поймите, что все, чему учитесь в первую очередь вы, это в дальнейшем правила, которые вы предъявляете к своей собаке. Если вы собаку научили и не дисциплинируете ее, открыли ворота и собака побежала, а вы ей не говорили при этом сидеть или ждать, то собака привыкнет, что вольер открыли, можно бежать. Начинаете открывать вольер, и собака пытается выбегать, а вы не открываете. Собака ждет, не прыгает. Вы даете ей через решетку лакомство, да, начинаете открывать, даете лакомство, потом говорите вперед, и собака выбегает, то в дальнейшем это как правило.